Номинация «Художественное слово. Малой формы. Младшая возрастная категория». Выступает дуэт «Кривых Дилья» Головина Анастасия, город Хабаровск. Иван Иванович, «Самовар». Встречайте. Иван Иванович, «Самовар» был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел. Дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит: «Дай-ка выпей», говорит. «Выпей чай», говорит. К самовару подошла тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит: «Я, конечно», говорит, «выпью тоже», говорит. Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел. Дедушка пришел, он зевнул и говорит: «Выпить разве», говорит, «чаю разве», говорит. Вот и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла. И, подумав, говорит: «Что ли выпить», говорит, «что ли чаю», говорит. Вдруг девчонка прибежала, самовару прибежала, это внучка прибежала. «Наливайте», говорит, «чашку чая», говорит, «мне послаще», говорит. К самовару прибежала. Тут и жучка прибежала, к самовару прибежала, с кошкой Мурка прибежала. Чтоб им дали с молоком, кипяточку с молоком, с кипяченым молоком. Вот вдруг Сережа приходил, всех он позже приходил, неумытый приходил. «Наливайте», говорит, «чашку чая», говорит, «не побольше», говорит. Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, но оттуда выбирался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, 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 но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар Иван Иванович. На столе Иван Иванович. Золотой Иван Иванович. Кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лишь бока не дает. Дуэт «Кривые Дилья».